тайга – место рождения тишины. И кто ищет покоя, тому здесь самое место. Не знаю, как вам, а мне по душе летний лес. Он и голодным не оставит, и замерзнуть не даст. Тем более, если маршрут продуман заранее, и впереди вас ждет встреча с теми, для кого тайга – родная стихия, смело идите за новыми впечатлениями. Какое же это прекрасное время находиться в лесу. Так бы осталось жить здесь на какое-то время. Вариантов, где и как провести свой отпуск, очень много. В горы, на море или, в крайнем случае, на деревню к дедушке может поехать каждый, если есть возможности, ну, в том числе и финансовые. Ну, а если их у вас нет, я предлагаю отправиться вместе со мной в поселок Трамаган и отдохнуть с минимумом затрат. Нас ждут чумы вместо палаток. Еда на костре или шведский стол по-хантыйски. Нумас-юнт или умные игры без интернета. И этно-вечеринки. Взамен привычных дискотек. Я приглашаю вас на чумовой фестиваль. Кажется, здесь чего-то не хватает. О, совсем другое дело. Давайте знакомиться. Я, допустим, сюда приехал, я много лет не видел очень многих людей. И очень был рад их всех встретить, рад увидеть, узнать какие-то последние новости, какие-то последние впечатления. Почему со временем приходит понимание, что вот это все нужно, оно и душу лечит, и вообще удовольствие действительно, ведь это ты сделал, а не купил в магазине? Потому что это, наверное, приходит все с опытом, с возрастом, я уже так могу сказать. А когда я была маленькая, я не хотела ехать в лес. Всегда говорила: мам, ну не хочу я эту ягоду собирать. А сейчас меня прям тянет на природу. Секрет хлеба хантыйского. Почему он у вас такой вкусный, не магазинный? Потому что чтобы она несколько раз перемешивала, я не знаю, что мне как делать, как меня мать учила. На сковороде немного, чтобы она поднялась, а потом на печку ставить. И чтобы на печке она медленно текла. Мастерят, готовят, танцуют. Почему эта потребность к знаниям не останавливает людей? У каждой территории свои изюминки. И они передают опыт, они учатся, они учат других. Как они говорят, что они наблюдают. Майя Швейд – один из организаторов чумового фестиваля. С 2021 года она вместе с коренными жителями Севера проводит этот праздник на территории Сургутского района при поддержке районных и окружных властей.
Чумовой фестиваль уже встречали жители деревни Рускинская, поселка Барсово. И вот теперь он переехал в Трамаган, который давно уже стал родным для Майи Швейд и ее соседей Ханты. Мы здесь живем. Здесь максимально все традиционно. То есть они с собой привозят то, что привычно их окружает. И таким образом они как бы более спокойны, более степенны. Они готовы к общению, они готовы передавать свои умения и знания. Чем больше доброты вокруг, тем меньше будет проблем. Майя Александровна, огромное спасибо за то благородное. Какие у вас руки? Да, за то горячее сердце. Чумовой фестиваль – праздник необычный. Здесь вы не встретите большого скопления людей. Площадок для массовых игр и развлечений с уличными кафешками и музыкантами. В этом контексте слово «чумовой» правильнее понимать не как «крутой», «шальной» или «очумелый», а как «домашний». Здесь только свои – родственники и друзья. Но сюда может приехать любой человек, и ему будут рады. Трамаган – поселок небольшой. Здесь проживает около 200 человек. Из них коренных жителей – ханты – вдвое меньше. Летом их здесь почти не бывает. Люди в основном заняты делами на стойбищах. И только ради фестиваля они оставляют заботы на потом, чтобы встретиться вместе и насладиться энергетикой этих мест. Вдали от городского шума и мысли приходят в порядок. Начинаешь замечать то, на что раньше не обратил бы внимания, и даже фантазировать, совершенно иначе представляя окружающий мир. Может, это хантыйский облас, а вместе с ним волшебный огненный парус или великан, посланник неба и солнца, невидимый защитник людей. Говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. С коренными жителями так всегда. Как попадаешь в их стихию, она тут же поглощает тебя и дает силы тем, кто ее понимает. Когда обряд, вот я, допустим, в Сытомино провожу, я всегда повторяю слова Марии Кузьминичны. Огонь – начало всех начал, он стар и очень юн. Огонь очищает и защищает, он не дает войти в дом злым духам. Пусть этот древнейший огонь охраняет нас, дает спокойствие, мир и взаимопонимание. Не все мы близкие родственники, но здесь как будто мы одна родная семья. Я думаю, что все равно наша культура в какой-то степени сохранится. Никто не умеет сохранять традиции лучше людей старшего поколения. Их так учили с детства. Через терпение и многократное повторение одних и тех же действий выживать в лесу. Хотели бы они для себя другой жизни,
вряд ли. У каждого свой опыт на пути к мастерству. От создания простой игрушки до более сложных вещей и предметов. Чумовой фестиваль – это тоже повод вернуться в детство, вспомнить, когда мы были маленькими, самые лучшие моменты жизни. Согласен? Да, согласен. А сейчас еще взрослые делятся вот с нами, с молодежью, и в то же время сравнивают, как они играли, как мы сейчас играем. Особенно приятно после любого дела вкусно и плотно подкрепиться. Я в раю. Блюда из рыбы и мяса, приготовленные в полевых условиях, великолепны. И есть все это можно столько, сколько хочешь. Для друзей не жалко. Опа. Ну что, приехали в гости к коренным народам севера и остановились в гостинице? Ну вы и неженки. Вот идеальное место для ночлега. Почти ничем не отличается от палатки. Зато вы почувствуете себя здесь настоящими коренными жителями. Спать мы с вами будем, как и положено, на оленьих шкурах и отдыхать вот в таких вот спальниках. Это, скорее всего, о нас забота, чтобы мы с вами ночью не замерзли. Зато на свежем воздухе, под звездами или даже под дождем. Надеюсь, что время, которое мы здесь с вами проведем, запомнится нам надолго. Главное, чтобы мы здесь хорошенько выспались. Наконец-то я за весь день впервые прилегла. Ну что, дорогие друзья, спокойной ночи и до завтра. Доброе утро! Может быть, по моему внешнему виду сейчас и не скажешь, но чувствую себя помолодевшей лет на 5. Зато какой свежий воздух! Правда, морозный, да еще ночью шел дождь. Холодновато, но очень бодрит. Пойду умоюсь. Доброе утро! О. Ледяная! Хорошо! Силы откуда-то свыше берутся. Вот честно признаюсь, один только минус моей ночевки. Ломает спину. Все-таки не привыкли мы, городские, на жестком, как будто на земле спать. О, холодно как. Но бодрячок. Поэтому сейчас самое время бы спинку размять. На зарядку выходим. Ребята, кажется, меня зовут на зарядку. Купикат или медвежья лапа. Так называется один из видов национальной борьбы. Неплохая замена зарядки. Под руководством специалиста в этом виде борьбы Егора Кельмина я вместе с коренными жителями взяла несколько уроков самообороны. Жаль только, люди здесь просыпаются очень рано. Зато большинство из них в идеальной форме. Какие классные эмоции дарит этот фестиваль, согласны? Здесь можно и традиции народов севера изучать, и проводить время просто так, как ты этого хочешь. И обнимать. Конечно же, вместе с удивительно гостеприимными людьми, которые всегда готовы встретить нас, как говорится в русской пословице, хлебом и солью. Помните, мир коренных жителей до тех пор будет непонятен вам, пока вы не побываете в нем сами.
И если вас здесь еще нет, подумайте, а не отправиться ли в следующий раз на чумовой фестиваль? Время еще есть. Решайте!